что, друзья мои, я в Печорах. Пока никто не встретил, можно идти. Вон там находится. Ну, а мы оттуда сходили в Пятерочку, и из Пятерочки вышли с пакета Пятерочки, и теперь идем вдоль дороги. 12 минут прошел, полет нормальный, пост ДПС прошел. В общем, надеюсь, дальше все будет тоже хорошо. Пройти овраг остался. Подняться наверх, свернуть налево и все. 12 минут позади. Прошел я сейчас в сворот, который меня учили. Вот, и перед самой звездой повернул. Вот он, храм. В этом доме прошел, снега не было. И вот это задний двор. Вот это маленько. Кирилла я поклонился в прошлый раз. Вообще красиво, конечно. Ничего сказать. Раз я вот здесь прошел, свернул вот туда на угол. Вон они стоят, что-то. Меня. Вот здесь вот дети устраивают горку, скатываются с горки. Бабушки гуляют. Там вот такие колонны есть. Тут еще камни, которых я останавливался. Вот здесь это. Здесь я кушал банан в эти камни и разговаривал с людьми. Потом пошел туда. Вот видишь мостик. Вот по этому мостику где-то машина стояла. Видим, сзади, видите, храм меня стоит. Вон женщина воду несет. А, на велосипеде едет. О, как. Вон, сидишь. Человек сам убирается. Так, а там магазин. Это улица Зеленая. О, магазин.
Только из этих магазинов свернули. Народ здесь много живет. Сюда я вышел. Видите, там люди живут. Там собаки лают. А здесь уже, видите, такой пустырь. И вот сюда я, через этот пустырь, вот сюда я прохожу. Пошел влево. И сейчас я все тут увижу. Вот, может быть, я по этой дороге проходил. Я не помню. Склад этой бочки переоделся и пошел он туда. Там вот дом какой-то был. В общем, вот так вот. Тут какой-то сарай. Вот этим сараем я переодеваюсь. Благо, что не холодно. Хорошо, видите, постелил себя. И, ну, в любой момент могут приехать погранцы. Не стемнело на данный момент. Я выгляжу вот так. Только что форсировал реку. Еле переплыл. Еле перелез. Документы все намочил. Вообще кошмар. Не знаю, что сейчас буду делать. Все сухое немножко. Там намокло. С одной стороны. А так все сухое. Рано я панику развел. Итак, сейчас мне дали документы, мои телефоны. Документы, которые у меня не забрали, целый пакет, они мне описывали. И в результате нескольких проверок я обнаружил, что там нет документа основного, где я мог доказать, что шло как раз политическое преследование по статье. Вот этого основного документа, где слова «экстремизм», где статья-то приводилась, ну, нет, я сейчас все документы повернул, посмотрел. Вот. Ну, есть другие документы, где проводились обыски у меня. Там, в общем, есть еще документы, где передаются материалы этого дела по месту жительства. Есть там еще такие документы, то есть на них я смогу еще опираться. Вот, я думаю. Конверт тоже, в котором пришел этот документ, тоже сохранился. Вот. Ну а дальше сейчас там будем смотреть, будем думать, как это. И мне дали адвоката, вот сейчас она там разговаривает с другим человеком. Сейчас еще буду с адвокатом разговаривать. Вот будем обжаловать. Вот такая вот история. А вот этот самый документ, в котором я указал, что не хватает основного документа. И подписался сегодняшним числом. Откровенно говоря, я ожидал, что будет такое, потому что документы не брались под опись, и поэтому, видимо, на это и был расчет у них. Идет запись? Да, yes, okay. Please check, because... А, ты только включил. Once again, давай, okay? Давай, еще раз, давай. Ну ты, блин, даешь. Ребята, ну я в Таллине вот сейчас договорился с молодым человеком, он только разобрался, как нажать. Все потрясающе, все прекрасно, я минут 50, наверное, хожу, улыбаюсь здесь. Состояние, такой подъем, дух, море настоящее. Наверняка сейчас обязательно песню напишу. Ну, в общем, полностью переполняет меня энергия вот этого города, вот этого... состояние этого замечательного моря. В общем, всем спасибо, всех люблю, всех целую.
облака вокруг этого черного образа с крестом.